Сегодня велосипед GT у нас в работе в веломастерской. Много раз я говорю, что нельзя мыть мойку высокого давления велосипеда, но этот велосипед я буду мыть, потому что он откатался всю зиму. Здесь все плохо. Здесь надо будет перебирать рулевую. Она вот так вот собрана. Интересно, без проставочных шайбочек. Здесь втулком очень плохо. Здесь все вилка, все грязное, закисшее. Видите, да, какое количество грязи. Ну, цепь здесь стоит стоимостью 7000 рублей, если кому-то интересно. Она умерла за полгода. Вот. Будем мыть сейчас автомойкой, потому что это единственный способ привести его в чувство. Потому что перебираться будет все. Если вы не перебираете втулки после автомойки, после мойки высокого давления, тогда ни в коем случае не мойте ей. А вот если будете перебирать, тогда, конечно, да, пожалуйста. Помыли велосипед и перебрали вообще все подшипники. В рулевой, в каретке, во втулках, везде. Полностью обязательно перебрали и смазали. У нас сейчас снег, на улице сейчас плюс 2. И начинается весенний сезон по ремонтам. Теперь это подсохнет, и это можно будет обслужить. Все равно, видите, да, есть грязь прилипшая. Не все, к сожалению, отмывается, какие-то масляные пятна. Но хотя бы не будет песка, и это все не будет лететь во втулки, которую мы сейчас будем перебирать вместе с рулевой и с кареткой.